Активисты Комитета физической культуры Мусоргского НПЗ предлагают объединиться всем любителям бега нашего города и принять участие в онлайн-соревновании по набору высоты с 11 ноября по 11 декабря. Включите свои тренировки, бег или ходьбу, но не по прямой местности или на ровной беговой дорожке, а высоту. Задача каждого участника за обозначенный период времени – во время своих тренировок набрать в сумме как можно больше метров километра высоты. Учитываются тренировки, записанные только на территории Мозыря и Мозырского района. Важный момент – результат нужно фиксировать в приложении Strava. Каждый участник проекта должен стать подписчиком в этом приложении группы «Гора Мозырь». Стартовых взносов не требуется. Итоги в мужском и женских зачетах подведутся 17 декабря. Медали получат победители и призеры, а памятные сувениры – все участники, набравшие не менее 1000 метров высоты.